Есть еще чего? Сейчас вот приговоры. Да он так заорал сейчас. Пожрать! Погружать. Форсишку на педали не надо нажимать. Йоу-йоу, вот утро наступило, товарищи. Вот так оно в поездочке и будет наступать. Пошел сюда цибаретку покурить, а потом решил здесь и остаться. Шмотки просто снял, залег, да и проспал до утра. Спать и не хотелось, но потом что-то так это мне потом... Ну, здесь я вот так хорошо сталось, вот дождь был такой уютненько. Так что вот оно в тачке спится вообще знатно. Здорово! С вами небольшой автовлог. Сегодня я решил вывести Май Барсишку на природу. Барсишка в ванну насрал. Покажем ему, где природа, где дикая среда обитания, чтобы больше в ванну не срал, чтобы боялся. Ну и Маша боялась тоже, посмотрим. А мне зачем бояться-то? Второй раз тут. Барсишка, нас снимай сейчас, завиду, слушай. Давай. Вот завел, слушай. Я думала, не заведется. Ну, сейчас поедем, значит. Если б не завелась, то и не поехали бы. А здесь тоже надо открыть, наверное. Ну, открой Макдональдс, так ты его снаружи не откроешь, воры же там. Надо снутри открывать. Сверху кнопку нажала, вот она начала снимать. Если тут не видно, снимает или нет, сюда смотришь, цифры идут, значит снимает. Вот это. Можно и кофейку попить, и сейчас мы пропустим.
большой ездит, а то вдруг он смотрит. Пробочки пока стоишь, можно и кофейку попить. Вот так вот, ну как инструктор делает просто. Едешь вот по-нормальному. Если б я куривал много цибареток, я бы и цибаретку курил, но я курю одну в день, поэтому сейчас я и не куриваю. Вот так оно едется в пробочке на расслабоне. И вот оно еще красное, еще далеко туда. Так что едется. Так мы что, полдня в пробке проведем? А сейчас это вот она, я говорю, вот это до Курова. Не сейчас, а сейчас. Где куровки это продаются, вот там вот до Тудова она. Видишь, понемножку-то едется. Да. Вот там красный. Дорога зуевая. Вот так. Мы с инструктором катались, где налево, говорит, там херня, а не дорога. Там еще фуры ездят, тут такая дорога узкая, ямы. Я уже там все ямы, конечно, знаю, но нафиг надо. Который бегает здесь с рулем и, ну, так сказать, представляет, что он на машине катается. Короче, дурачки местные тут и имеются в этом селе. Село интересное. Красавец какой. На коня. Да, красавец. Дорогие, они тут вообще какие-то не видят.
мы на деревню, но еще пока не знаю, там мост дальше или здесь. Короче, наверное, мост дальше, поэтому поедем немного дальше. Тут такая дороженька. Дороженька. Васька как сидит красиво. Или мажоры, вот помойка хорошая очень. Здесь вот разворачиваться удобно. Я зачем помойка тебе? Говорю, здесь давай. Давай дальше. Там дед нормальный сидит? Не психический? Да вроде не гаишник. Вроде не тот, который гаишник. А то ты сказал, я уже дедом боюсь. На природу приехали, слушай. Точно, Юра, я на том фотографировалась. Ну вот мы здесь и были. Вот тачка топовая. Что все ездят. Я еще хочу там сфоткаться. Вот такая тут травка. Вот так оно на природе. Там вот барсишка. Сейчас и барсишка здесь погуляет, просто здесь, вон, видите, лужа, грязь, деревня такая вот. Ну что, зрители, Юр ТВ приехал на своей тачке, на реченьку. Вот мы уже на эту реченьку как-то ездили, и тоже на тачке, но вот тогда мест Габру не взяли. Сейчас вот река, горы, все такое, Ореховка, село. Вот там Майя орет, радуется. Но тачка еще не закрытая. Вертолетушки летят где-то. Вон и вертик летит. Надо будет сюда на ночевку приехать как-нибудь забомжевать здесь на реченьке. Только без барсишки и без ма уже. Вот я сегодня уже в ней ночевал. Сразу в реку можно свалиться. Ну, естественно, я маю экстремальными хотела заниматься видами этого. Да. Барсишка рвется на прогулку. Тихо, сейчас одену сначала тебя. Так, как тут? На природу рвется. Короче, сейчас пойдем с барсишкой куда-нибудь. Шоу, барсишка впервые выходит на траве гулять. Ну давай, смелее. Ты же это можешь, ты же этого всегда хотела. Ну, вылазь, барсишка. Хватит быть трусом, давай, иди рожь посмотри. Не, не сделает он первый шаг. Походу. Будет с воздух только нюхать. Вот она, дикая природа и барс очковый. Ма вытянула за поводок, и тогда только он выполз. Он уже к реке хочет. Уже интересно стало, уже рвется. В дикую природу попал, в дикую среду. Барсишка только в свою хату хочет. Йоу-йоу, Юр ТВ на реченьке. Что-то надо было сегодня мне план поездки составлять, там видосы перекидывать, накопители подготавливать, но мне лень. Поэтому я приехала сюда.
Но я приехал сюда, чтобы не лениться. Ох, барсишка думает, что понесли топиться. О, как орёт баса машина. Вася, речку посмотрим, речку. Видишь, речка? Ничего страшного, видишь? Вообще ничего страшного на самом деле, видишь? Да не бойся ты, я все держу. Как пушек к воде подойдет, потрогает, посмотри, может быть. Да то вон там потрогается. Воду потрогает. Она от меня не отцепляется вообще. Ляй. Ляй, смотри, водичка, ляй. Видишь, водичка? Вот водичка. Водичка, ляй, водичка, да? Ну, Юра, это стресс для него, не надо, наверное, это делать. Так потрогает, увидит, что не страшная река и не будет бояться. Боится вот, давай. Иди, посмотри водичку, Вась. Водичка, видишь? Значит, мы можем сделать вывод, что барсишка к природе приобщаться не хочет никак вообще. Вообще не хочет. Вот полез, он в сторону машины лезет, все в сторону машины, смотрит, где там машина и увезут ли его отсюда обратно. Май барсишка на камне. Так ты барсишку-то разверни. Он так заорал сейчас. Орет как корова прям, ё-моё, громко. Уже, значит, ему очень страшно. Ты его за низ-то возьми, чтоб нижние лапы-то не висели, он так очкует. И все, я тебя нафоткал уже несколько раз. И на видео заснял. Очень громко орать умеет. Вот ты его поводок-то держи, чтоб он с камня не соскользнул, то тудысь. Он от страху-то соскользнет и шо. Рубрика «Хочу пожрать». Ну давай, уже все загружай. Что? А хлеб-то где? И хлеб тебе зачем? Надо, чтобы одна колбаса, один хлеб был, а не так, чтобы... Хлеб зачем тебе? Хлеб не нужен. Без хлеба такое не жрется. Еще как? Барсишке надо дать, чтоб не нервничал. С брусничкой, видишь? Да дай барсишке, чтоб не нервничал. На, барс. Он обиделся. Барс, на. Вот сразу перестал обижаться, как дали-то. Что-то он не ест. Я не стал жрать даже. Он сытый. Там еще по краюшку дороги вот проезжали рыночек, и там стоят прям с багажников куржевых продают. Я хочу купить, а мама говорит, нафиг надо. Ну, куда нам курятник дома заводить? Как бы зарезать ее никто не сможет, я потому что не умею, боюсь куру живую резать, мы тоже, и будет она у нас жить и яйца нести, наверное, ежели купится. Или мое в скотник сдаст. Ну, еще неизвестно, короче. Подпишите в комментах, зрители, купить курву, снять контент, как барс курву живую увидит или нет. Ну все, барс натерпелся. Сейчас обратно поедем. Я там очкую прижиматься, там машину поврежу, или автобус меня причешет. А кто-то так... как-то прям перед ним, он даже не ожидал. А так чуть-чуть вот так перед ним съехали. Ты хоть посигналил, что ты поворачиваешь? Я показал ему. Гадство.
Уброводитель. Опасные повороты. Я думаю, зачем ты под автобус свернул? Не под автобус, а бок дороги, чтобы его пропустить. Потому что там с той стороны места не было, некуда прижаться было бы. Не, Юра классный водитель, нас молодец. Нас это снес бы нахрен. Водишь аккуратно, уверенно, молодец. Не уверенно, когда машины навстречу нет, это так. У нас тут тоже автобус, но автобусы на такой дороге не разъедутся. Не бывает, деревня же. Прямо как это, дом на доме, как курятник какой-то. Что это такое? С правой стороны будут пробки, если они есть, да? Они сейчас здесь сидят. Сейчас посмотрим. Лесной дворик, это не тот, а справа вот здесь. Посмотрим. Ну вот, нету, видишь? Нету. Хотя, видишь, место для парковки. Сейчас увидим, как эта тачка разгоняется.
не туда. Сейчас я уже на кольце развернулся и поедем уже туда, куда надо. Вот здесь где-то за заправкой будет это здание. Ну что, Ма, покажи, как ИС доехал. Да, все, я припарковался, покатался. Нормально. Вот такая была вылазка небольшая. Там, кстати, даже это один учитель попался на дороге. Там, получается, как было, ехали по этому вот Барановскому виадуку. Там было такое сужение дороги. И он там где-то далеко-далеко. Я думаю, не, его, что, я же не буду среди дороги стоять, ждать, пока проедет. Я и поехал. А он обиделся, что я перед ним поехал. То есть вот на сужение, получается, там была правая и левая полоса, а я справа и на левую, и потом она превращается в одну полосу. Ась. И вот он нахрен обиделся на то, что я его, типа, перед ним поехал туннель. Там он меня не мог уже обогнать никак. Что я ехал 60 так примерно, или по 70, а он до хрена хотел ехать. И потом вот так чуть-чуть передо мной притормозил, но я уже был готов, что он такое выкинет. Барсишка на педали, не надо нажимать. Сейчас газанет как. Так что вот учитель был в лучших традициях на... Барсишка, грязно здесь, нельзя. Такая вот поездочка на тачке, слушай, по топовому, на природу. И барс на природе побывал. Сейчас они знакомятся. Сейчас познакомятся, шушуть. Ну почему не чтобы знакомиться? Я это... Хочет познакомиться. Не надо знакомиться, это кот, не кошка. Тем более блохастый личный, у нас домашний. Слышу. Так, веду. Сейчас, наверное, на солнышке посидим. Ой, он там орал так, боялся. Трофишки попали. Контент. Где мы переноску взяли? Переноску его привезли на машине, а там... Короче, этот... Вот пытается подкрасться. Барсишке уже пофигу. Ама не пущает. А барсишке интереснее слив нюхать. А история поездки как получилась? Ма говорит, я на рынок поехала. Я говорю, так давай я отвезу, это что на тачке-то. А Ма говорит, так я на центральный, так на центральный-то он же тут, то есть рядом тут. Быстрее пешком дойти, чем доехать. Я говорю, может, на Мацестинской съездить? Она говорит, ну давай на Мацестинской, потому что мне покататься-то хочется, а просто так кататься оно и нафиг не надо, надо же по какому-то делу. Потом посмотрели, Мацестинская сегодня не работает, 3 мая праздник. Она говорит, пойду тогда на Центральную. Я говорю, а что тебе на рынке-то надось? Она говорит, да ничего не надось, просто от нефига делать. Я говорю, ну от нефига делать, можно и на Реченьку съездить, вот на Ореховку там. Ну и поехали таким макаром, съездили, покатались. Я побольше опыту водительского понабирался. Ма похавала на реке, ну и все, я тоже похавал. Вот так оно и день и прошел. На обед съездили, да. Сейчас как раз время обеденное.